Привет! Это видео мне придется записать с одного дубля, и вы чуть позже узнаете почему. Сегодня мы будем говорить о магических технологиях, которые попали к нам в руки. Выглядят эти магические технологии вот так. Вы даже не представляете, как долго мы охотились за этим выпуском журнала Empire, который везде там прогремел, о том, что вау, там есть интерактивное видео, там что-то такое, все такое крутое и классное, прям как в газете с Гарри Поттером. И чтобы его добыть, два человека рыскали по всему Лондону, чтобы попасть именно в тот магазин, куда завозят именно эти эти версии журнала, потому что вот 5000, по-моему, тираж всего у этого, и один из экземпляров этого интерактивного магического мультимедийного журнала я держу у себя в руках. Что же там магического и мультимедийного? Давайте посмотрим. Тут есть кнопочка Play. Мы ее нажимаем долго. О, господи! Обложка журнала начала мигать. Цветом мигать. Смотрите, цветом мигает. Вот. И дальше есть кнопочки 2. 1 и 2. Наверное, надо нажать кнопочку 1. Может быть, там что-нибудь загружается. Я смотрю, я уже спалилась, потому что здесь проводочек. Действительно, проводочек. Эта штука заряжается. Но мы это обсудим чуть позже. Я хочу посмотреть, я же зарядила это, я хочу посмотреть кино. Вот, вот. Ну и дальше пошли наши какие-то всякие разные штуки. Ну вот он показал, разрядился, хотя я заряжала это, наверное, где-то часа 4-то я точно это заряжала. Так, ну что, почему мне кажется, что это видео должно быть записано с одного дубля, потому что я собираюсь сейчас вскрыть и посмотреть, как же этот журнал устроен. Нет, нет, скажите вы, оставь это на память. Нет, я не оставлю. Мы пожертвуем этим журналом для того, чтобы мы посмотрели, как внутри устроена технология. Значит, самый первый обман, который с этим журналом. Во-первых, это не обложка журнала. Это вот такая штука, такая вот. Вот эта толстенькая, она прям толстенькая. Не знаю, как в миллиметрах вам штангенциркулем показать. Но самый главный обман заключается вот здесь. Журнал-то на самом деле обыкновенный. И магической является только суперобложка, которая толстенькая, которая здесь с конвертиком. Конвертик весь забрендирован этими тварями, фантастические, по-моему, они твари. И вот сейчас произойдет самое страшное. Мы вскроем вот здесь, вот видите, вот здесь вот зарядочка. Причем это не iOS-ная зарядочка, я даже не знаю, что за разъем. Я потом посмотрю в интернете, что за разъем. И сейчас мы ее... Как бы ее раскрыть? Так, чтобы... Не просто это все дело скрывается, оказывается. Да, причем будем скрывать так, чтобы потом обратно уже... Мама! Чтобы обратно было не запаять. Итак, сейчас вы увидите, что обычно скрывается за магией. За магией обычно скрываются микросхемы. Как мы знали, у нас, значит, есть здесь, вот здесь вот наверху у нас есть динамичек, который нам звук передает. Здесь у нас экранчик. И тут еще какие-то штуки-буераки. Приклеенные, я вам скажу, вручную, на халяву. Видите, внутренняя реклама 3М никуда не девалась. Скотчик-то двойной. Вручную клеили. Представляете, 5000 экземпляров наверняка. Вот сидели люди. Проводочки эти раскладывали. Ну, короче, вот. Вот, смотрите, что происходит. Вот как это выглядит. Вот. А теперь читайте нашу статью о том, как круто
как интерактивно и как здорово это все было представлено, и какое клевое промо для фильма это было. Единственное, что я хочу сказать, я недовольна. Я жутко недовольна этой всей историей, потому что вместо того, чтобы специально для этой обложки смонтировать эпизод, который действительно был частью этой газеты, да, то есть встроить какой-то смысловой блок, чтобы он был органичен. До этого мы не дотумкали, мы просто взяли два трейлера, загрузили на этот экранчик и показали. И вот как только там начинаются всякие вот эти вот интервью, оно смотрится очень чужеродно к этой достаточно прикольной обложке. Вот так мы все охаяли, люди старались, люди, понимаешь ли, деньги тратили, гордились всячески, как мы, например, гордимся тоже своими собственными разработками. А вот, короче, вот такой unpacking.